Шахматы на Волге. В Международный день шахмат в столице Чувашии прошел первый городской турнир. Кто выиграл партию, расскажет Юлия Важенина. Шахматы! Да знаете ли вы, что такое? Шашки! Шахматы! Они двигают вперед не только культуру, но и науку. Знаете, что при правильной постановке дела ваш шахматный клуб четырех коней мог бы совершенно преобразить город Васюки. Неизвестно, как насчет Васюков, но столицу Чувашии в эти выходные шахматы преобразили. Чебоксарцы сразились в интеллектуальном поединке. Лично я играю в шахматы с самого детства. Мой папа также учил меня с 5 лет играть в шахматы и говорил, что это самая умная игра. Король умер. Так переводится известная шахматная ситуация «Шах и мат». В эти выходные ее можно было услышать чуть ли не каждые 10 минут. Самой массовой и, пожалуй, зрелищной стала интерактивная площадка «Сеанс одновременной игры». Многократный чемпион Чувашии по шахматам Анатолий Иванов, как Остап Бендер, одновременно играл на 23 досках. Одному из участников даже удалось обыграть гроссмейстера. Конкурсы шли параллельно на разных интерактивных площадках. Участники решали шахматные задачи, участвовали в викторине по мотивам книги «12 стульев», играли в большие шахматы. Надо было назвать всех чемпионов мира по вопросам, там, типа, допустим, этот чемпион мира обыграл там такого-то там чемпиона мира, да? То есть, кто больше всего отвечает, тот получает приз. Ну, многих знаю, конечно, прям, ну, всех знаю, конечно, я, но по порядку тяжело еще назвать. Максим Красаков уже 4 года активно тренируется, но в такие большие шахматы играет впервые. Зато после турнира он вместе с другими участниками может с легкостью ответить на вопросы, как называется начальная стадия шахматной партии, какой фигуре можно объявить шах, на какое максимальное количество клеток может ходить ферзь. Эта игра развивает интеллект. Шахматы помогают нам быстрее и легче решать сложные математические задачи. Шахматы помогают нам в обучении. В будущем это даст очень сильную базу для того, чтобы ребенок смог взаимодействовать с миром, решая сложные задачи. Поэтому учите сами шахматы, играйте в них, обучайте детей своих этой игре. Она принесет массу полезных навыков для будущего. Юлия Важенина, Ксения Серова, Семен Степанов, Республика.